друзья, всех на моем канале. Давайте посмотрим в преддверии полнолуния, что вам хотят сказать карты. Душевные терзания. Написана сама Луна. Понимаете, есть в вашем окружении очень люди, очень алчные, очень жадные. Знаете, вам надо словно как отзеркалить вот те посылы, которые они посылают, а не вам. Из-за этого у вас, как бы, знаете, на душе неспокойно. Смотрите, карта семейства. Возможно, это кто-то крысы из семейства, кто-то из близкого вам окружения. Смотрите, еще карта очаг. Возможно, это даже домашние. Если это женщина, то женщина очень высокомерная, очень себя любящая. Но у вас расходятся с ней дороги. Женщина, которая не брезгует черными делами из-за мужчины. Смотрите. Надо делать кому-то чистки. Вот такая вот и защита вам обеспечена. Смотрите, защита предки, защита рода у вас. Очищайте свое пространство, зеркалите. Вот какая-то есть женщина в вашем окружении. Всего вам доброго.